дураки, дорога ужасная. Не в плане то, что она ужасная, а то, что очень много снега выпало и заметает сзади. Ну, плюс-минус 15 за бортом, так что не сильно комфортно. Но уже добираемся, так что нормально. Уже расцветает. Скоро будем на месте. Ну что, друзья, всем привет. Вот, ребят, очередные выходные. Мы приехали на то же место, где были 2 недели назад на избе, ночевали. Все-таки решили приехать сюда. Разгар глухозимья, рыба не белет, все жалуются. Но дома сидеть же не будем, правильно, ребят? Мы же больные на это дело. Так что мы приехали, сегодня будем сидеть в палатках. А Женя привез вторую палатку, так как у меня своей нету. И старую палатку мне даст, и я буду рыбачить в ней. Сегодня будем кормиться, будем пробовать искать не рыбу, а она будет нас искать, потому что будем закорм делать. Взял мотыля, прикормки. Короче, ребят, сегодня рыбалка, ну и, конечно, отдых. Потому что в прежнюю очередь, ребят, я еду отдыхать, а не на рыбалку. Рыбалка — это любимое хобби с детства, а отдых — это второстепенно вместе с ней связано. Вот Женя на льду. Делает круг почета. Кстати, ребят, неделю были жесткие морозы. Прошлые выходные не удалось вырваться на рыбалку, так как за 30-ку давило, ну, несерьезно. Ну и опять же выпал снег, очень так неплохо. И вот сейчас едешь, прям все заметает. Без маски, без очков, ребят, делать нечего, лица не будет сразу. Но кто ездил сзади на садях, тот поймет. Женя делает круг. Снега много. Сейчас здесь будем расставляться. Ну, еще темно. Ну, ребят, мы приехали. Я просто уже, ребят, не могу просто. Уже все, хочу на лед. 2 недели — это такой серьезный перерыв. Так что спускаемся, ребятки, и разгружаемся. Здесь такая как ямка идет. В прошлый раз сидели на середине, на течении. А сегодня вот хотим кормиться, и корм будет сносить постоянно. И хотим сесть вот тут на ямку без течения. Но вчера кто-то тут рыбачил. Были следы, и вот свежие видно лунки. Здесь Женька как-то городок свой устроил. Сейчас он подтянет мотособаку. Сегодня можно костерок развести. Там жерлички в той пойме. Все, Женька сейчас подъедет. И еще темно, рановато приехали. Ну, нормально, короче. Так, ну что, добрались. Все, начинаем разгружаться. О, как замело-то. Нехило. Так, 2 палатки. Женьки новая и старая. Старого, говорит, Андрюха, садись, говорит, будешь балдеть. Вот это простая, а это такая уже медведь Екатеринбург. Трехслоечка, а это такая простенькая. Ну, все равно, как-никак, палатка. Два буру, один. Доставай, ну ладно. Соберемся. Пока ехал, руки замерзли. Так. Ну что, кофейку, наверное, за прибытие. Конечно, удобно, как стол, вообще шикарно. Так, пробовали здесь. Сейчас ищем пока, где будет поклевочка, и уже будем потом кормиться. Женька пошел на середину, где сидели. Здесь прилетели синички опять эти кровожадные, которые в прошлый раз рыбу у нас ели. Вон какие они, сразу же прилетели. И вот начинает тут летать. Я здесь попробовал, но пока тишина. Ну, пьем кофе и буримся, ищем. Разве это здесь угрылись? Пробуем здесь.
Так, Женька сел в палаточку от снега подальше. Пробуем разловиться. Опа. Есть, Женька. Ага, есть контакт. Небольшой. Фига себе, блин. Что-то пока на тебя посмотрел, смотрю, кивок загнуло, блин. На мотыля взял. Короче, я думаю, кормиться надо 100%. Сейчас я все принесу. Закормимся. Некрупный ельчик. Сейчас посмотрим, может еще поклевка будет. Блин, смотри, глубину, короче, разная, блин. То нашел одну глубину, то в другую. Тут этот крутит нехило, блин. Короче, кормиться надо, Жень, 100% мотылем. Не зря же купил. До прикормочки там всякое разное. Ну там карп-карась, ну плотва, как бы все для белой рыбы. И может понравится. Сейчас закормим. Ладно, сейчас сразу закормим, схожу. Вон синички что делают, смотрите, ребят, сразу жабры клюют. Вот так, людоедки. Чего ты мохнатая? Тебе же Женя хлеб вроде дал. Что, хлеб съели уже? О. Кто-то дыбнул. Опа, Женька, еще. Опять мелкий. Смотри, какой средний, вон. И опять на мотыля взял. Так, короче, кормиться надо 100%. А это так и норовит, короче, схавать. Все. Ну тут... Хлеб, короче, не авторитет, да, им походу? Да, они мясные. Блин, опять глубина не находится. Вообще крутит. Ну, стащило тут раз опять же. Так, нашли мы рыбку, все равно попалась. Вон какие кони, ребят. Ну, надо живца. Хотим щуку еще половить. Сейчас Женька, бурани там парочку. Я пока закормлю. Ближе к берегу можешь, наверное. Сейчас на прикормку соберем тут мелочь. Должны. Была сумка-холодильник. Вся разбилась. Сейчас у меня стало. Так, кормуха где? Кормуха здесь. Че отцепилась? Она сейчас. Карабинчик был вроде. Карабинчик слетел. Ладно, мы петельку поставим. Ах ты, руки замерзли. Не шевелятся. Так, ребят, приобрел такую пластмассовую кормушку, но она легкая и не и плавает, короче. Берите всегда железную. Пришлось здесь открутить и вот там прослойки свинца сделать. Короче, не знаю, будет тонуть. Вообще, сейчас попробуем. Ну, вроде как тонет, да. Ну, что-то хреновато вообще. О, не дело. Надо убрать у Жени. Надо что-то тут придумать посерьезнее. Или сюда залиться, или куда-то сюда. Ладно. Сейчас пока схожу, уже не возьму. Так, взял у Женьки кормушку железную. Вот это уже другое дело. А то так, конечно, да. Несерьезно. Так. Наверх кинем мотылька. Щепоточку так, чтобы сильно не закармливать. Вот так. Перевязал летнюю серию. Фидер.
попробуем ей. Что нравится в этих пачках, то что они можно закрывать их, получается, и прикормка сохраняется до следующих рыбалок. Сейчас карманем как все это дело. И надо же сам Женькой поймать щучку, щучкой побаловаться, чтобы разноплановая рыбалка была. Так более интереснее. Не сидишь, не скучаешь. Так. Женька, ты поставил, да, уже удочку? Да. Да? Давай. Также щепотку мотылька. Насыпем вот этой прикормочки. Все, сейчас пойдет Женя масть. Пойду я покормлю, короче, лунки, какие мне интересны будут сейчас. Мотылька возьми сразу же. Тут что у нас? Готовая смесь мелкого помола для всех видов белой рыбы, особенно крупного карпа, леща, плотвы и так далее и тому подобное. Так, линия на основе экстракта на мотыля. Гамуруса, сухой крови, рыбной муки, зерновых, бобовых, ореховых. Ну тут можно самому есть, походу, слышь. Вот прикольно, взял, закрыл, да? И все нормально. Так, ладно, сейчас пока лунки отдыхают, надо рыбу собрать. А то птицы вообще выдают, блин. Вон, вот это, смотрите, ребят, что делает. Сразу жабры хавает. Ох, 110-е ельцы. Матрос попался один. Вон, херачит, блин. Рыбка поклевала немного, сильно не поснимали. Вон, хорошие красавцы. Вон, смотрите, ребят, что делают. Просто бошку отгрызает. Чисто в жабры, в кровь. Так будет спокойнее, то сожрется. Поймал одного более-менее мелкого. Женя поймал ерша. Тоже поставит. Сейчас мы по одной штучке хотя бы зарядим. Это где-то вот здесь. Да, после морозов ощущается ледик. На сюда.
кое-как, блин. Так, где у меня сумочка? Сумка, конечно, разворотилась. Щука тут мелкая. Прошлую рыбалку мы убедились в этом. Надо поставить маленький тройничок. Это крупный. Вот это самый раз был. Так, где тут у меня живчик? Правда. Коняра попался один здоровый. Это тоже не пойдет. Вот этот более-менее. Ну, тоже крупноват, конечно. Ну, что сделаешь? Не ловится мелочь. Чтобы было видно, если будет размотка. Ну все, как-то так. Что надо, чайку надо, ребят, попить, организовать. Надо, Женька, новые купить ножи. Точить-то уже что? Они уже хапанули своего тоже. Чайку будешь, Женька? Ух ты! Удочка упала. Забагрился, мормышку сломал, Женька. Сломал мормышку? Да. Охренеть. Вот это пойдет. Ё-моё, мормуху сломал, ребятки. Нормальную мормышку. Ну ничего, у меня заказал мормышки, кстати. Сейчас покажу. Вот такие мормышки, тульские мормышки, ручная работа. Вот. Прикольные мормышечки. Покажу. Вот, видите, ребят, ну, маловато-ка. Вот, получается, расписка. Тульские мормышки, дробиночки. Сейчас надо будет что-то сделать. Блин, мормыху сломал. Ну, эта мормышка хреновенькая была, наверное. Чайку попил. Смотрю, удочка полетела. Охренеть, блин. Ну, вот, сегодня такие доброт. Ладно, сейчас перевяжусь. Да, на морозе-то сейчас я мучиться буду. Ладно, сейчас что-нибудь сообразим. Это сюда. Женькина, Женькина, сюда. Сейчас завяжемся. Да. Что, друзья, время к обеду. Сейчас заварганим что-нибудь покушать. Ну, с утра поклювало, да, неплохо. Женька сел в палаточку. А я что-то
не стану ставить палатку. Так вроде как привычно уже, нормально. Не стану ставить. Идет снежочек. Пьем чаечек. Поставили две жерлишки. Ну, живца не можем поймать. Крупный елец есть, а вот мелкого нету. Погодка шикарная. Такой средний мороз, небольшой снег. Но завтра еще хуже, похолодание. А на неделе вроде как говорят, что опять за тридцатку будет. Ладно, пьем чаечек. Отдыхаем, балдеем. На природе самая классная тема. Чаечек. Отдых. Что, ребят, ваше здоровье. О, шикарно. Шикарно. Ну что, как обычно, полевая кухня, у Женьки бутерброды, наверное, замерзли все там, сейчас горячего забодяжим, и будет шоколадно. На мотособаке модуль, Женька вот тут такую не фанеру, а вот эту штуку сделал, и классно, когда на щуку ездили, тоже здесь, как стол у нас был. Ну, а сейчас я эту штуку вожу постоянно. Плиточка мне очень нравится. Так, что у нас с газом? Ага, здесь газа-то не очень-то и много. Но у меня баллон еще есть запасной. Ага, газ замерз. Но тут еще и мало. Так, это у меня баллон еще был запасной. Вот тут полный. Сейчас посмотрим, если этот замерз, то придется отогревать его за пазухой. Этот загорелся, но слабенько. Короче, надо, ребят, подмышку. И отогреваем баллон. Да, конечно. Минус 15 плюс газ. Сейчас за пазуху его. Так, пока баллон отогревается, нарежем помидор. Сегодня сделаем яички с помидором. Ребят, тема вообще шикарная. Это, в принципе, каждый знает, но на льду я еще такое не ел. Так что будем готовить. Так, где-то у Женьки ножик свой на других штанах оставил, а на этих одел ватники армейские, трофей. То, что в этой форме армейской от Юдашкина, это только ватники. Бушлат хлам, кто служил с 2010 года, тот в курсе. Бушлат холодный, служил под Москвой, замерзал в пятнашку. Хотя у себя вот на севере в тридцатку даже не замерзаю. Там такая влажность, что, короче, хана. Ну, вроде нож режет. Сейчас нарежем помидорчику. Это синичкам, людоедкам. Все съедят, склюют. Пускай там на льду. Вот так вот клево. Вот так нормально. Кстати, ребят, пока готовлю, хотел с вами пообщаться по поводу контента. Кто вот скажет по поводу музыки, насчет музыки? Нравится она, музыка, или не нравится? Вообще вставлять ее или вообще не вставлять? Просто, ну, пытаюсь сделать с музыкой, а вот сейчас все всяких разных мошенников. Вроде музыка без авторских прав, а в итоге дают бан. Так что пишите комментарии, ребятки. Я с вами, конечно, буду общаться в любом случае по поводу этого. Так. И еще один помидорчик у нас. Ох, немного задубенели, конечно. Ну, пятнашка, это как бы нормально.
Спокойно, без рукавиц Женей ходим. Но Женька там все равно сел в палаточку, свечки разжег. Яблоки на снегу, а у нас помидорчики на снегу. Так, ну, помидоры готовы. Сейчас баллон отогреется, ставим сковородочку, наливаем масло, жарим помидоры. Не знаю, баллон вроде минут 10 полежал, но все равно холодный. На избе, конечно, милое дело. Вот мы с Женей были, шикарно она исполняет. О, ну вроде как работает. Как обычно, походная сковородочка. Нальем масло. Блин, конечно, сковородка стоит не по уровню немножко. Надо что-то подложить. А что туда подложить? Крышку подложить. О. И погружаем наши помидорчики. Примерзшие, которые... Все, помидор в теме. Сейчас тушим помидор. Ну еще добавим, ребят, соуса. Это будет как специи. Будет тушиться все. Женька ищет рыбку. Бурится. Ну все, пока тушится. Так, ну что, пока тушится помидор, нарежем колбаски. Тише, наверное, будет. Так, что, как порежем-то? Как-нибудь вот так. Вот, колбаски нарежем. Покрупнее. Мы мужчины серьезные. Нам красоту не надо. Нам нужно, чтобы было много и побольше. Все. Колбасу, ребят, туда же. Работает, работает вроде. Все. Вставляем, пускай пока томится, жарится. Опять засунул за пазуху. Так и не доготовлю. Замерзает, зараза, блин, баллоны. Для зимы, для такой погоды это вообще не вариант. В бане, на избе, да, можно готовить. В палатке, может быть. Женя, правда, поставил свечки. Там, где Ташкент. Я не знаю. Сейчас согрею. Попробуем. Ну все, вроде колбаса. Помидоры затушил. Правда, третий раз баллон снимал. Он согревал, блин. Да, вообще неудобняк. Ладно, что. Дошло дело до ячуганчиков. Сейчас колотим. Будет такая запеканочка у нас, друзья. Офигеть, даже яйца замерзли.
Так, это все увозим, не оставляем. Не надо ребятам мусора на берегу, на льду. О, помидорки кушает. Чего попрощай-ка? На. Иди хлеб. О, погнала. Вот синички тут привыкли к людям. Вот такая, ребята, у нас будет запеканочка. Правда, я, наверное, придется еще раз снимать баллон и дожаривать. Ё-моё, блин. Да, для лета будет тема. Хоть в лодке, хоть где. А вот для зимы это несерьезно. Да, синичка? Да. А пока, ребят, готовятся, наливайте чаечек, бутерброды нарезаем и с нами за обед. Ну, ребят, четвертого раза дошла моя вишенка с помидорами, соевым соусом. Вот такая сочная колбаска. Сейчас попробуем, ребят. Песня. Ну что, всем приятного аппетита. Мы, Женька, пообедаем, попьем чайку и нормально. Что, ищем рыбу? Как отрезала, блин. Смотрите, ребят, какие пиявки попадаются с мотылем. Сейчас я ее достану. Блин, живая еще. О, присосалась, смотрите, ребят. Сразу же. Ох, нифига присосалась. Ну-ка, подруга, иди-ка. Позови меня кого-нибудь. Вообще перестала брать. Это, конечно, обидно, блин. Ну, глухозимья, понятное дело. Утром он поклювала. Вот такие экземплярчики. Так порадовали Женькой, что даже забыл за съемку. А сейчас все. Не знаю, может, и к вечеру выйдет. По пару мотыльков. Стучали по дну и погнали. Не знаю, может, на игру что. Женька бедный тоже бегает. Когда без клёва вот такое, вообще неинтересно, конечно. Не знаешь, что делать. Куда идти? Где рыба? Ну, у Женьки там пару окунишек вышло. Даже щучку умудрился поймать. У меня один окушок. Вот. Ну, не окунёва погода в любом случае. Да и река здесь такая своеобразная. Только елец. Ну, у кого-то называется чебак. У нас елец. По Коми, как живу в республике Коми, у нас свой язык имеется. По Коми рыбы называется мык. У нас свой язык, ребятушки. Ну, я, правда, Коми не знаю. Русский. Хотя живу в республике Коми. Ну, у меня родители и все бабушки и дедушки не коми национальности. А так у нас коми язык своеобразный. Так что вот такие дела. Нет, не хочет. И в закормочных лунках не берет. Вообще не берет. Хотя рыбы здесь есть. Рыбы здесь много. Будем искать, будем буриться. Сейчас пойду там разбурюсь. Да, кстати, здесь в прошлом году с Женькой тут тоже же херачили. И причем неплохого, блин. Прям вот до сюда доходили.
Может быть. Да. Ну лед такой уже нормальный, блин. Ладно, попробуем. Поднялись уже с ямы, ребят. Будем здесь течение. Ну, такая глубина, 2 метра, наверное. А яма, получается, вон в стороне осталась. Женька все поднимается, поднимается. Не знаю, ну все, реально, просто глухо перестало. Че за хрень, блин? Ну, в самый разгар глухозимия, в принципе, неудивительно. Но утром так было хорошо, а сейчас вот так. Женька выцепил нехилого ельчика. И вот хотим взвесить, сколько он просто весит. 140 грамм. Ну, ты отгадал. Ну, 140 грамм, Женя, это ты представляешь? Да. Это у меня рекорд. Это вообще капец. Отличный. 140 грамм, ребят, представляете? Вот я сейчас пачку сигарет положил, да. Ну, это просто, я не знаю, 25 сантиметров. Вот это лельчина, чебачина. Просто, я не знаю, тут целая уха, целая сковородка, блин. Ну, для зимней рыбалки, для наших мест, это просто реально хорошая трофейная рыба, блин. Так, поймал свежепойманного ельца. Пока не застыл, надо посмотреть. Реально, Женьке хотим посмотреть, что внутри. Может, что он ест, просто вообще интересно. Ага, здесь икра. Женя, желудок полный. Желудок полный, они сытые. Ну, надо посмотреть, что он ест. Ага. Что такое? Знаешь что, Женя? Мотыль. Походу наш мотыль, Жень, или что это? Как так-то, я не понял. Да, переваренный мотыль. Охренеть. Ну, у него уже не полный, он, слышишь? Он полный тут весь всякой. Да нет, тут, Женя, помимо мотыля, знаешь, чего только нету. Травинки какие-то. Короче, непонятно, блин. Вон икры сколько, блин. Вот он не ест, он полный, реально полный желудок, блин, забитый. Вот такие пирожки, блин. А мы тут мучаем и ищем. Только потроха выкинут, все, понеслась. Да, это просто, конечно, ну, дикие привыкли, да, Жень? К человеку до такой степени, что вот знает, что что-то будет кушать. Вот, все нормально, вот мясо она ест. Помидоры мои, короче, не тронула. Хлеб не трогает. Это я там чистил сковородку. Она вон сидит, хомячит. Где-то подруга у нее была. Что-то куда-то улетела, что ли. Одна осталась, вон. Тут сидит, ждет постоянно. Слышишь, ты представляешь, рыбу жрет, блядь. Сработала жерлица, ребят. Ну не мотает, блин. Постоял возле нее буквально 2 минуты. Нифига. Ну же вес там крупный, блин. Щука здесь вот такая, 200-300 грамм, наверное. Уже проверено. Сейчас будем смотреть, что да как там. Не, все нормально, живцом. Что-то тут запутано. Непонятно. Перепутано, перемутано. Все. А нет, есть покупка.
хватало, блин. Ага, хватало и отпустило. И вымотало даже немножко. Вечереет. Штучная рыба вообще. Был выход, сейчас по две поймали, наверное. И все. Этот все. Проказник летает. Пьем чай, отдыхаем. Тут еще попробовать. Женька поймал пискарика. Надо будет поменять срочно. А то там слишком крупный стоит, да и этот. Било его. Конечно, тут такой конь насажен. Сейчас мы пискарика насадим. Может, шлепнет. Посмотрим. Вот он. Вот он, хозяин. Хозяин ямы. А ты видишь, ты глубину найти не можешь. У тебя он спускается. Да, и он со дна, короче, хватает его. Сейчас я попробую так же, короче, сделать. Чисто для эксперимента. Так, глубину нашел. Мы его отправляем туда. Ага, потихоньку утащила. И вот сейчас мы поползаем там. Мы там поползаем. Да, на яме пискари, короче, да? Таких штук 200 и на сковородку. У тебя сегодня нормальная сковорода, Женя, я тебе скажу. Блин, ну как ты и сказал, Жень, реально, да? Да. Видишь? Ну это сегодня мелковато, это там еще покрупнее ловится. Ага. Все, ребят, сматываемся. Закончилась рыбалочка. Вечереет. Мы сматываемся. Опять чувствуется, что подмораживает. Так и вечером ничего не вышло. Вышло днем немного. Штучный там вообще. Тяжело было снять все это дело. Да и мороз, блин. Но утром была рыбалка. Просто от Бога. 15 минут решила всю рыбалку. Это, конечно, мы, Женя, в шоке. Так, это что она? О, уже поклевала. Просто кровь, здесь был крючок, это живец, и схавала, бля. Так, ставил одну жерличку, ну была одна сработка, хрен поймешь, что такое, то ли окунь, то ли что, бля. Ладно, будем сматывать тоже. Так, у нас и ничего не вышло, ну с утра половили.
Да ладно, Женька. Смотри. Ты понял? Я ж тебе говорю, как он так умудрился там. Вот злодей, блин. Пойдет. Вот так, ребят. То и было сказано, что мелкий окунь тут хреначит. Он и есть. В тройник, походу, дал. Тройничок маленький. И засекся. Зарыться не сработало, главное. Ну что, ребят. Вот в целом улов. Ельцы неплохие. Вот эти вообще просто зачетные. Вот такие кони. Ну, это было утром, ребят. Он как хавает, блин, птица. Сразу выгрызает жабры. Короче, ребят, рыбалка глухозимя удалась. Мы с Женькой поймали на жареху. В принципе, нормально. Но это было утром. И просто какой-то резкий выход. И в течение дня рыба себя не проявляла никак. Отличный улов. Не зря померзли. Нормально. Можно. Можно рыбачить, можно отдыхать. Ну, кайфанули сегодня от души. Так что собираем вещи, ничего не оставляем. Мусор все с собой забираем. И отправляемся до дома. Сегодня будет хорошая жареха. Свеженькая. Только пойманная рыбка. Что там холодает, Жень, или что, кажется? Как будто немного примораживает. Штурмовать сейчас обрыв. Утром спустились на лед специально. Вот здесь рыбалочка сегодня происходила. Весь плес разбурили. Искали рыбу. Ну и в итоге только утром. Ладно, дай бог, чтобы Женька поднялся без меня. Давай, Евгений, делай вещи. Ох, пойду толкать, ребят. Женька, пойти. Можно с отцепить, Сань? Таня. Сейчас поедем. Немножко надо его толчок. Назад. Хорошо. Да. Хорошо.
Я думал, отцепи, Женька, стой. Давай, я подниму. Наловили. Да ничего не говори. Сам не иду. Ну все, вроде выехали. Говорим пока реке. И уезжаем. Давай, давай, Жень. Все, ребят, помчались до дома. Сейчас до деревни, потом до поселка, а мне еще и до села, короче. Так что вот такие дела. Прокатиться. Опа. Ну. Домой меня оставил, лицо, ребят, затонировало, замело, просто все замерзло. На километров 40 мы налетели сейчас по дороге, сейчас добрались до поселка, пойду домой к родителям, отогреюсь, попью горячего чая и себе уже домой. Ну что, ребят, зимний контент очень сложно снимать, так как мороз, снег, ну, оборудование не выдерживает, да и все это как-то очень сложно, потому что поклевки редкие. Ну, утром у нас Бог просто порадовал. 15-20, наверное, минут, ну, полчаса, наверное, клево. Даже палатку не ставили, и вот немного разловились. А днем просто мы мучились, искали, что-то меняли. Там Женька мормышки перевязывал, мотыль, опарыш кормили. Днем вышел там штучный лес, там вообще просто единицы. Ну и в целом все. Сработка на жерлицу. В конце вот попался окунь. Окуни там есть, бьют они в живца. Вот. А так, ребят, кайфанули. Морозный денек. Мы просто побалдели. Поговорили. Были вдвоем на реке. Пообщались. Построили много планов на будущее. В плане рыбалки. Поездок там. С ночевых, не ночевых. Ну, в общем, просто отвели время. Просто по-мужски. По-пацански, как оно должно быть. Ну все, ребят, я думаю, это глухозимье скоро будет заканчиваться, и будут другие рыбалки, будут другие походы. Начало февраля, Республика Коми,
Всем счастья, добра, мира. Дрюня на связи, ребят. Берегите себя.